25 мая поговорим об отношениях. О том, как их строить, как их планировать, как провести ревизию себя, как совершать умалчиваемый договор, заключать этот договор, да, как выстраивать отношения и, самое главное, как не лениться. Я вам по секрету скажу, что все, о чем мы будем говорить, будет связано на трудолюбие. Завязано на трудолюбие. Связано с вашей способностью быстро реагировать и очень-очень много терпеть. Терпение – наше все. Но для того, чтобы себя привести к такому состоянию, нужно знать, что делать. Вот, собственно говоря, вот эти инструменты знания и умения, мы пропустим через тело очень многие инструменты, да, позволят вам, в общем-то, достичь состояния, при котором вы будете себя чувствовать более счастливым. Потому что наши отношения – это тот фон, в котором мы живем. 25 мая на улице Мясницкой, 46, в 12:00 начнется 6-часовый тренинг под названием «Ваши отношения – это смысл вашей жизни». Приглашаю всех желающих. Вся информация в подписи к ролику. Спасибо за внимание.